Всем привет, Костало здесь, мы с вами продолжаем проходить Devil in Me. Ой, в предыдущей серии, оказывается, я вот эту вот ржуху, Кейт, по-моему, она называется, я ее мог спасти, мне в комментариях подсказали, да и у Купленова я глянул. Короче, надо было отдать ей отвертку, все. Но, так как я играю в, по сути, слепое прохождение, то есть я не знаю всех дальнейших событий без спойлеров. Поэтому вот. Короче, нам удалось в предыдущей серии сбежать от маньяка в виде нашей мулаточки. Пока неизвестна судьба ни нашего другого афроамериканца, ни очкастого. Вот. Удалось сбежать через лабиринт, с которого нам нужно сейчас выбраться и выжить. Нас осталось всего трое. Как сейчас будем выживать? В душе, не туше. Но маньяка, насколько я понял, сейчас на данный момент нет. Поэтому можно спокойно пока ходить. Давайте посмотрим. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Так, картина нам ничего не даст. Эта картина тоже ничего не даст. Сюда. А зачем ты это мне говоришь? Типа я и сам понял. Это как будто, знаете, как будто диалог это адресован, как будто если бы их было двое. Если бы... Кейт, по-моему, ее зовут, насколько я помню. Потому что делал обзор на Рика и Морти, и поэтому не до прохождения было. Да. Лабиринт. Всегда любила стрёмные лабиринты. Не, так-то можно на самом деле сейчас вот глянуть на карту, посмотреть, как выйти. Но я хочу попробовать сам выйти без карты. Давайте попробуем сами выйти без карты. Я не хочу пока на карту глядеть, я хочу попробовать сам выйти. Без карты. Мы хоть посмотрим. Конечно, тут тупик. Куда теперь? Мы хоть посмотрим, может быть, какие-то секретики найдем. Пока на карту не будем глазеть. Пока маршрут не запомню. Не буду запоминать пока маршрут, пока давайте мы сами попробуем догадаться, как нам выйти. Я хочу сам попробовать. Без подсказок. Лабиринт это несложно. Я надеюсь. Все найдем, спокойно. Может, подсказки какие-то найдем. Может, предметы, которые помогут нам в сюжете пройти. Так что все нормально. Серьезно? Че серьезно? Не нравится мне здесь. Вообще насрать. Мы просто гуляем, мы просто чилим. Пока маньяка нет. Все, маньяк убежал. Маньяк нас не нашел, он нас не поймал. Но, если отдать эту отвертку Кейт, по-моему, Кейт, да, ее зовут, рыжуху-то, вот, то умрет наша мулаточка. То есть, я ее, по сути дела, спас, сам того не осознавая. И причем, это никак не обозначено то, как она умирает, мулаточка, если дать отвертку Кейт. Это никак не обозначено, это никак нельзя понять. О, куда-то мы выбрались, смотри, короче. Брошенные манекены. Куча брошенных манекенов, у которых очень странные тени. А что я тут должен был обнаружить? Непонятно. Непонятно, короче, что я тут должен был обнаружить. Так, бар из начала игры. Так, я зайти туда не могу. Записочка опять очередная. Так, ну небольшой текст давайте почитаем. Я понимаю, что он твой сын, но я вышла замуж из любви к тебе, а не к нему. К тому же эта твоя бывшая должна следить за тем, чтобы он ничего не натворил. Не я. Даже не знаю, может я просто слишком расстроен из-за этой поездки. Я не о таком мечтал, когда ты обещал увезти меня на секретный остров. Мне плевать, что он Гаррисон Ли, известный писатель ужасов. Он ведь твой начальник, а не супруг. Ты не обязан ехать с ним в отпуск. Может попытаемся побыть хоть немного вдвоем? Сессии. Дорогой Курт, я подумал, что легче записать... Куда ты? Я подумал, что легче записать свои мысли, прежде чем каждый раз расстраиваться, пытаясь донести их до тебя. Я несчастлива. Ведь знаешь,
что я не лажу с Томасом. Не понимаю, зачем всюду таскать с собой его. Ведь сам говорил, что он ходячая катастрофа, его постоянное присутствие нагоняет на меня тоску. Вообще, это так про меня, можно сказать, не про Томаса, я более чем уверен, поэтому... Вот я-то, да, ходячая катастрофа, а он... это то, о чем я думаю? Или это девушка? А, это девушка, ну все, ладно, окей. Все нормально, ребят, все нормально. Мы уже одну сцену прошли. Все, мы через это прошли, не волнуйтесь. А можно как-то посмотреть? Или типа будут какие-то загадки? Вообще, я думал, что в игре будет что-то похожее на пилу. А в большинстве случаев мы просто, ну не знаю, пропхант какой-то, блин, в котором мы просто прячемся от маньяка, бегаем туда-сюда. То есть, игра вот и пыталась уйти в пилу, но не ушла в итоге. Потому что в пиле там хотя бы были испытания интересные, там хотя бы загадки были. А здесь ничего. Рычаг нужен. Я понял. Окей, нужен рычаг. Здесь ничего этого нет. Не хватает вот того, что было в пиле. Не хватает. Вот есть Souls Video Game, игра по пиле. Вот там все было. А, то есть не можешь... наверх подняться, да? Я понял, окей. Ну, короче, я нашел рычаг. Сейчас мы до него доберемся. Не спеша идем. Картины везде висят. Типа, они должны на нас как-то повлиять. Типа, мы что-то... Что? Что за звук? Монетка! Монетка! Да? О, монетка. Хорош. Я не совсем понимаю, что эти монетки дают. Пока что. 65, неплохо. Я пока не совсем понимаю, что эти монетки дают. Но, возможно, в конце игры мы узнаем, что эти монетки... Может быть, монетки эти принесут нам удачу. Кто знает. Так, все, рычаг найден. Все, забирай. Забирай, забирай. Все. Наш рычаг. Все, погнали. Маньячка пока нет. Дверь... закрыто. Это что такое? Может, получится починить. Давай посмотрим. Так, а как? Я не помню. Подожди, 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 что это, что это, что это, что это, что это? Включите контрольный щит. А я не могу нажимать? Чё? А, ясно, нам надо подключиться к питанию. Нам к питанию надо подключиться, а он не работает, я понял. Он типа не работает, я понял. Так, ладно, где тут наш... Где наш щиток? Вот он, давай. Подсоединяй. Так, давай. Так, бери. Ёкарный баба. Во, уже пошли загадки, смотри-ка, чё. Прикольно, прикольно. Но, блин, эти загадки, я понимаю, если бы, блин, в нем был какой-то монстр или типа того, но, блин. Не страшно, короче. Не страшно. Так, давай. Так, чё, я должен нажать, да? А хер его знает. Да, блин, что ты делаешь? Подожди, я ничего не понимаю. Мне надо на пробел нажать опять? Куда? А. И нихера. О, ну-ка. О, ну-ка. А это что такое? О! Ну-кася! Ну-кася, чё это? Ну-кася, ну-кася, давай. Ну давай, залази, 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 залази. Секретный проход нашли, короче. О, круто. Почему-то он почему-то она первую кнопку отказывалась нажимать, непонятно почему, ну ладно. Не страшно. Так, отлично. Так, опять тот самый бар.
котором мы искали сигареты. Так, и чё тут? Что это? Монетка? О, монетка. Монетка, монетка, бери-бери. Бери-бери-бери-бери-бери. Серебряная, насрать. Сколько она дает нам? 70, неплохо. Так, а что будет, если я наберу 100? Вот так возьму и наберу 100. Я 100% не соберу все монетки в этой игре. В смысле? А, я думал, это проход, в котором монетки там лежат, некоторые из них. Газета. Доброе утро, Чикаго. Мы начинаем со срочных новостей. Сегодня полиция Чикаго подтвердила, что тело мужчины, найденное во время пожара на заброшенном складе в районе Фултон-Ривер, принадлежит пропавшему агенту ФБР Гектору Мюндею. Ну, позже все мы узнали, как его убили. Убийца по прозвищу Филер, чья недавняя серия убийств вселила страх в сердца жителей Чикаго и окрестностей. Представитель полиции Чикаго подтвердил, что Мюндей убил 4 человек, в том числе офицера полиции Патрика Стэнли, ветерана с 22-летним стажем, погибшего вчера вечером. Пожар удалось потушить приблизительно к 5 часам утра. Тело, найденное на месте преступления, сильно обгорело, но полиция опознала Мюндея по слепку зубного ряда. Ясно, понятненько. Так, ребят, сейчас секунду, я тут прокомментировать один ролик хочу. Ну, так, продолжим. Короче, годный коммент оставил под роликом, под одним, поэтому... Нужно было специально на этот случай прерваться. Потому что это весело. Так, а, во! А то я думаю, мы что, типа сюда зря пришли? Нет, нифига. Вон, есть про... Не обязательно полностью нагибаться, чтобы можно было вот так пройти. То есть можно было просто на корточки встать. Поэтому это было не обязательно делать. Совершенно не обязательно. Но, кстати говоря, у Куплинова, у него тоже 3 персонажа живы. Правда, в немного... Немного иначе персонажи умерли там. У него тоже умерла вот эта вот, которая... Подружайка вот этой. Но у него умерла мулаточка. У меня она, как видите, жива. У меня умерла Кейт. Просто потому, что в тот момент... Я даже не знаю, что меня, собственно говоря, потянуло на этот выбор, честно. Типа, можно ли было это как-то избежать? Я думаю, нет. То есть, либо она, либо Кейт. Все. То есть, без вариантов, по сути дела. Так. Подожди. А дверь? Нельзя открыть, серьезно? А что такое? О, это этот. Солнечные часы. И чё? Это, подожди. Ой, господи, подожди. Раз, два, три, четыре. А это типа я должен запомнить? Блин, это я должен запомнить? Серьезно? Ну, типа я запомнил, и чё? А чё такое? Кёрт Холл. Курт Холл. Публицист. И чё? Мы такие эти, как их зовут? Удостоверения мы эти находили на протяжении всей игры. Не одно удостоверение. И типа что, тебе насрать что ли? То есть получается, это нужно было для Кейт оставить это удостоверение. Этот значок журналиста. Окей, публициста, журналиста, какая разница. По сути одно и то же. Так, теперь сейчас куда идем? Идем пока дальше. Пока непонятно, куда идти. Монеточки не валяются. Вроде, ну, можно так на самом деле по каждому углу прошерстить, но это долго. Так, там маньяк. Спокойно, я готов. Блин, я не знаю, куда нажимать. А, на мышку. Так, ай! Первый скример, который меня реально напугал. Ой, молодцы. Ой, молодцы.
Вот это жесть сейчас была. Я знал! Я как жопой чую! О, сияние! Хорош! Попереть! Да бежать! Куда подпереть? Это долго, это не поможет, нахер. Это долго. А, серьезно? Да ладно! А, не! Ну, давай! Молодец! О, есть Джонни! Я, кстати, не стал перезапускать ноутбук, поэтому порой может быть и... такое, что подлагивает. Не подходи ко мне, предупреждаю! Не подходи ко мне, действительно. О! Так. Ой, да ладно! Ой, да ладно! То есть еще глупее мы можем умереть в этой игре, серьезно? Ну, нам не показали тело, значит, она не умерла. То есть, надежда есть. Не, просто понимаете, подпереть вот эту дверь, это долго. Нафиг надо. Лучше бежать дальше. Пускай он со своим топором махается, как Джек Николсон в «Сиянии». Делать, что хочешь. Блин, это первый раз, когда меня скример напугал. Первый раз в этой игре. До этого скримеры были, они меня ни разу не пугали. О! Мы тебя, кстати, вспоминали как раз. О, все, отлично. Все. В одной серии, кстати, мы утопили его этот, видеокамеру. Нашли объектив. На замену. То есть, если вдруг в концовке нам нужно будет представлять какие-то доказательства, у нас доказательств нет, ну и похер. Открыть? Ну, откроем. Просто, знаете, что меня сейчас будет пугать в этой игре? То, что раз я не перезапускал ноутбук свой, то, значит, будут подфризивать в игре некоторые моменты, связанные с квиктайм-эвентами. Потому что у меня уже такое один раз было, по-моему, в House of Ashes. А это датчики типа движения, да? Типа они светятся, когда я двигаюсь? Или что, или... Она просто потому что... Вот! Да, это датчики движения. Да, прикинь. И чё? Ну, этот как его... сачок или не сачок? Для рыбалки сачок. Так-то сачок называется. Нихера не видно, ё-моё, чё со светом? Я нихера не вижу, ё-моё. Что это? Я могу эту дверь открыть? Не могу эту дверь открыть, ладно, окей. Так, бассейн. О, тело чего-то. Ну-ка, пойдем посмотрим. Да, смотрим, что там. Маньяк пока охотится за нашей мулаточкой, и мы можем пока спокойно ходить. Рука. Рука что-то сжимает. Ну-ка. Боже. Да не боже. Раскрой руку. Ключ. Отлично. Берем ключ. Хорош. Ключ от раздевалки. Класс. Класс. Все. Отлично. Замечательно. Все круто. Фух, капец. Это, наверное, будет, знаете, это будет, наверное, единственный в игре скример. Единственный. Я вот как жопы чую, что там среди них будет маньяк. Я как жопы чую, я как знал. Блин, эти датчики движения меня не выводят из себя, ей-богу, они меня бесят. Так, чё, вот она, эта дверь от раздевалки, все, нам надо ее теперь открыть. Давай. Открывай, малой. Так, чё случилось? Что? А, камера не повара. Почему? Что? У меня мышка почему-то в этот момент отказала. И управление тоже, кстати говоря. Ладно, окей. Ну-ка. Боже.
Что здесь случилось? У кого-то сорвало башню. Прям конкретно сорвало башню. Прям ой-ой-ой. Жесть. Так, ладно. Что это? Что угодно. Но только не маньяк. Маньяк сейчас занимается мулаточкой. Ты пока можешь свои булочки расслабить. Нихера не вижу, короче. Нахер, все, я включаю фонарик. Я нихера не вижу. Давай. Что это нашел? Еще ключ. Кольцо. Гаррисон и Льюис Ли. Обручальное кольцо. Непростое украшение. Отлично. А что такое F? И что это мне дало? Это фотоаппарат? Это не фотоаппарат. Это хрен знает, что это такое. Ладно, окей. Ой, мама. Серьезно, теперь еще и надо мной, что ли? Ты прикалываешься, что ли? Что за черт? Кто-то пытался сбежать. Так, слушай, а мы куда-то пошли по сюжету, слушай. А там же ведь еще один был какой-то проход. Секунду. Вот тут. А, мы сюда не можем пройти, я понял. То есть там тупо невидимая стена, я понял. А это, подожди, там что-то светится, ну-ка, я могу там что-то подобрать. А что это мне дает, я не понимаю. Я не понимаю, что это мне дает. Это мне не дает ни хера. Пошли. Возьмем какую-то штуку, которая там лежит, плохо лежит. Это же не фотоаппарат. Это не фотоаппарат. Короче, играть, чтобы решил под конец стать хоррором. А до этого были просто догонялки и прятки проб-хант, нахрен. Так, золотая монетка, отлично. Сколько нам сейчас дадут за нее? Или это бронзовая? Ну, какая-то грязная больно. Сколько? Ну, это бронзовая, получается, была двоечка. Кто там долбится, ё-моё? Пошли. Так, что у нас? Дверь не открывается. Сачок. Сачок брать не хочешь. Так, чё? О, предсказание. Ну, не предсказание, вернее, а что будет дальше, ну-ка. Да, это предсказание, вернее. Опа. Так, маньяк, короче, может поймать нашего этого. И убить. Ага, все, понял. А как это, а как понять, типа, как это можно избежать, нам непонятно. Ладно, окей. Допустим. Но, возможно, этого предсказания может и не случиться, кстати говоря. Если только здесь не двое маньяков. Ой, мама! Бля. Фух. Я сейчас смог в обрыв сорваться, охренеть. О, наш очкарик, который прошел через адский огонь, который обманул саму смерть. Наш бессмертный. О, наш этот, да, Марк. Где-то орет. Ща найдем, не беспокойся. Это он, наверное, орет, потому что этот. Я чуть не сорвался с этого, блин. Нет, это было вообще неожиданно, пипец. О! Еще монетка. Опять бронзовая. Да иди ж пассатижи. Ладно, насрать. Сколько? Двоечка опять. Короче, бронзовые дают двоечки. Охренеть. Блин, у меня что, вообще мало, что ли, в игре будет этих монеток? А что они вообще дают? Может, это достижение какое-то в игре? Скорее всего, это достижение, наверное, в Стиме. У меня, раз игра не через Стим, то... О, в смысле? Я справлюсь. Ладно, окей. Допустим. Допустим, мы какую-то загадку нашли. Окей. Загадка Жака Фреско, нафиг. Короче, мы какую-то нашли проход, который, видимо, скорее всего, мы, типа, это. Мы должны были уткнуться в какую-то стену, через которую нельзя перелезть. А сейчас вот, типа, мы это... Пораньше решили решить загадку. Да куда ты лазишь? Ты должен взять был, наоборот, ящик и потащить.
Тащи! Вперед! Пошел. Так, куда его тащить? Вижу. Эта игра реально просто тест на реакцию нафиг. Это просто тест на реакцию, на быструю реакцию. Она у меня есть. Но я об этом узнаю либо неожиданно, либо в самый последний момент. А я могу туда перелезть? Могу. Типа вот, вот так вот, да. Краешком. Давай, пошли дальше. Зачем надо было показывать ноги? Непонятно, ладно, окей. Фух, тихо. Фу, мне мурашки по коже, жесть просто. Такой весь обгоревший, такой вот прям вот. Ну серьезно, чувствуется мужик. Я даже не. Я ведь думал, он умрет. Нет. Он прошел через адское пламя и обманул саму смерть. Показав ей просто средний палец, сказал фак. Сказал просто смерти fuck you. Все. Все, охренеть. Даже я бы так не смог перехитрить саму смерть, как это сделал Чарли. Нет, конечно, это в игре-то я сделал, но по сути так-то сделал Чарли. То есть, я не хочу понижать Марк. Его заслуги. Да, Марк. Кто убил Марка? Аукай, аукай. А где? Что это такое? Ну-ка, секунду. Что это? Какой красивый вид. Ну-ка. И типа чё? И типа всё? Это просто красивый вид? И всё? И зачем мы сюда спустились? Непонятно. Ладно, окей. Поглядели на красивый вид, окей. О! Это кто? Это кошка? Или это собака? Кошка? Господи, а кошку-то зачем сюда, блин? Как кошатник, говорю. Так, пока мы туда не пойдем. Подожди секунду, вот это что. О, монетка. Монетка. Бери монетку. Это какая? Серебро? Вроде серебро. Ну-ка, забирай. 79, отлично. Да это кошка, это не собака же, блин, и не волк. Кстати, мы за всю игру, мы так и не увидели больше бабку. Серьезно, нам один раз показали бабку, все, она больше в игре не появляется. Непонятно почему. Серьезно, куда подевалась бабка? Ее в игре больше нет, этой бабки. Все. Ее один раз показали вот с этим дождевиком. И все. Он исчез, его больше нет. Закрыто. Ясно. Пойдем дальше. Идем в обход. Так. Собака! Господи! А там кошка была, получается, маленькая. Бульдог. Дрём потом. Лай сколько хочешь. Вот-вот. Я обманул саму смерть. А тебя обмануть будет еще проще. Питбуль, блин. Кус изменен, да? Похер на этот кус, блин. Я его даже читать не буду. Насрать на него. Да насрать на материал, на открытый. Кому нужен этот бульдог, блин? Питбуль, бульдог. Нахер он нужен кому-то? Все. Пошел он в задницу. Пускай он кошек ловит, белочек. Кого там еще? Кого угодно, пускай ловит. Мне на него насрать. Подожди, а это типа что, два пути? А там что? Три пути? Я могу пойти тремя путями? Че, простите? Серьезно, я могу пойти тремя путями? А зачем еще было два пути, если я мог пойти тремя? А это тогда зачем? Не, ну давайте посмотрим, может быть что-то там интересное мы найдем. Может быть там монетку найдем тоже, кстати говоря, как вариант. Монетки нет, кстати. А почему? Может она тут? Нет. А зачем? А зачем?
Тут можно тремя способами пройти этот путь, а нафига? Типа, если бы с нами был какой-то персонаж, он бы пошел бы по другому пути. Да нет, а зачем? Так, ладно, непонятно. Короче, контента понапихали много, но непонятно зачем. То есть, ну серьезно. Вот сейчас это было для чего? Сейчас лифт не будет работать, да? Не работает лифт? Серьезно? Так, окей, я, кажется, нашел путь. Секунду. А, вот для чего, да? Так, потому что я там видел лестницу. Подожди, можно, типа, забраться туда. Я понял. Типа, можно внутрь лифта залезть. Ну-ка. Так, это... Ну, это понятно, что это где-то. Это ведь с которого мы свалились или нет? Нет, по-моему, это не с которого мы свалились. Неважно, это маяк? Это не маяк. Подожди, а где маяк? А маяк где? Это же не маяк. Или это маяк? Нет. Вот маяк. Нам нужно сейчас... Нам нужно попасть на маяк, подать сигнал, чтобы нас забрали. Тихо. Ой, ядрит Мадрид. Так, все отлично, мы мягко упали. Ой, я! Еще один! А, Марк! А, это Марк! Марк? Какого хера? Чарли? Ты живой? Ты мне ребра сломал! Да ладно! Чарли, я думал, ты умер. Да, я мог. Блин, таким ударом ребра сломать! Я думал. Не, ну ты сам виноват, что ты на меня так нападаешь сзади, ты что? Я так рад, что ты живой. Ой. Я чуть не сгорел. Вот-вот. Мы видели... В смысле знаешь, откуда? Как на видели? На экране, тут кругом камеры. Как ты мог видеть? Где все? Я что такого не помню. Ладно, они, допустим. Они живы? Эрин, нет. Что? Да. Убил. Эрин, я просрал. Эрин, что я виноват. Ее тело скрыли. Да. Изрезали. Да. Эрин. Господи. Да. Ну тут я виноват. Тут я согласен. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмет с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Скейт, там я вообще ничего не понял. Попробовать послать СОС. Полная жопа, конечно. Подожди-ка. Ну-ка. Я с ним уже попрощался. Жига, ты же у нас самый главный курильщик в этой команде. Ну все, отлично, объединились, круто, все. Короче, у нас нет ни Эрин, ни Кейт. Все, у нас теперь осталось трое. Опять же, повторюсь, у Купленного тоже остались трое. Поэтому мы идем на равных. У нас пути идут на равных. Короче, скорее всего, в следующей серии уже будет финал. Седьмая серия будет финальной. Замечательно. Мой кот заорал вот в самый, сука, подходящий момент. Мышка, перестань скакать. Продолжаем. Так, вот кот, пожалуйста, только не ори во время прохождения. Я тебя умоляю, серьезно. Так, значит, что? Мы сейчас сюда идем зачем? Мы сейчас ищем эти. Бандеточки или типа того. Я их нихера не вижу. Значит, их тут нет. Ладно, окей. Так, ящичек наверху находится. Значит, получается, мы можем как-то его оттуда спустить. Секунду. Он нам может для чего-то понадобиться. Подожди. Пока двери открывать я не буду. Мы будем, получается, попытаться идти как-то другим путем. Давай, толкай. Ты зачем слазишь? Ты нормальный? Нет. Ты должен был толкнуть. Сейчас мы толкнем и пойдем вон в ту сторону. Давай. Так, теперь толкай. Отлично. Так, все, подожди. Теперь идем сюда. Здесь у нас есть доска.
Смотрим, что она сделает. Надеюсь, она не сломается. Хотя для чего-то же ведь мы этот ящик ведь этот столкнули, значит, получается, нет, она не сломается. И для чего тогда мы ящик этот сталкивали? Ладно, сейчас поймем. Допрем сейчас, для чего мы сталкивали этот ящик. Так. Так, тут запертая дверь. Так, давай сжигу ключи, чтобы как фонарик. Это нихера не вижу. Свет внезапно появился. Серьезно? Так, а у нас же есть ад, да. Записочки опять. Медицинская карта. Сегодня у меня на приеме был Грегор, мальчик 7 лет. Ясно. Так, это что? Детская медкарта. С разными заболеваниями. Возможно, психическими. Даже невозможно, а точно. Я даже так сказал. Короче, мы нашли... предсказание. Ну-ка. Так, это, короче, предсказание будущей игры. Это предсказание, ребят, будущей игры. Недавно я узнал, как эта игра, собственно говоря, называется. Если сегодняшнюю серию мы, ребят, не завершим, значит, я вам расскажу, что собственно говоря, это за игра. Точнее, в следующей серии я расскажу вам, что это за игра. Не сегодня. Это, ребят, тизер следующей игры, которая выйдет в следующем году. Dark Pictures. И она действительно будет в будущем. Так, сейчас нам нужно этот поставить ящик. Вот, сейчас я знаю куда. Давай, тащи. Я вам про эту игру хотел рассказать на случай, если вдруг не найду предсказание. Все, теперь вы знаете, какая будет следующая игра. А следующая часть будет про космос. Внезапно переместит нас в будущее. А значит, есть шансы того, что последующие части Dark Pictures могут нас переносить не только в будущее, но и в прошлое. Так, почему я сползаю с ящика? Я типа не могу туда запрыгнуть? Не понял, почему я сползаю с ящика? Секунду. Вот. Ты чё, придурочный, что ли? Во. Всё. Даже трогать дверь не стали. Даже трогать дверь не нужно было. Чем так воняет? Я, кажется, понимаю, чем. Вот этой одеждой. Я видел собаку. Да, я тоже. Испугался до усрачки. Она теперь тоже тебя боится. А, окей. Значит, мы видели одно и то же. Ну, вот еще мониторы. Вот сейчас мы только что вот тут были. Если курсор, ребят, вы видите, значит, все отлично. Давай фонарик. Чтобы был как фонарик, потому что ничего не видно. Плохо ничего не видно. Опять вырезка из газеты. И типа чё? Это нам ничего не даёт? А, ну-ка. Так, маньяк вернулся, видимо, после догонялок с мулаточкой. Да. Ему же ведь не удалось поймать ее. Все. Она куда-то упала. Судя по всему, выжила. Ну, то есть, скорее всего, она уже выжила. Все. То есть, в ней можно не сомневаться. Ну, возможно, кстати, сейчас будет финал. Если сейчас будет все отлично, значит, получается, сейчас будет финальная битва.
Значит, я прям сегодня расскажу про игру, о которой я говорил, вот про космос. Потому что мы уже близко к маяку стоим. Чего? Чего опять? Тише. Сиди тихо. Нахер ты вылазишь из этого контейнера, дурак? Палишь контору своей, блин, с жигой. Сука! Нет! Твою мать! Нахер ты палишь? Да он спалит меня сейчас из-за жиги. Он сейчас своей жигой меня спалит. Потуши ее. Слушайте, он, может, нас чует каким-то образом? Может, у него нюх, блин, какой-то первоклассный, честное слово. Все, окей, паслись, вроде. Не, ну он вообще слепой. Он четко смотрел на этот контейнер. И ему вообще насрать на то, что, типа, из него идет свет, я понял. Он вообще слепой, охренеть. Здесь не выйти. Да понятно, что не выйти, он запер нас. Я хотел посмотреть, куда он пошел. Не, он же ведь оттуда пришел, значит, все, мы оттуда пойдем. Боже мой. Чего опять? Что? Зачем это? Он хранит тела жертв. Ради искусства. Но зачем? Он говорит. Ради искусства. Для него это ценность. Угу. Трофеи. Искусство. На память. Которая требует жертв. В прямом смысле. Так, а там что? Я явно много знаю. А не может быть, что он здесь не один? В смысле? Делать роботов, следить за домом и ловушками. Это реально в одиночку? Реально. Если он безумный и очень упорный. Да. Ах, твою мать. Возможно, кстати, это тот, который был в дождевике. Может и нет. Да нет, наверное, нет. Фиксация, перепарирование, удаление жира и жидкостей, пропитка, выбор положения, обработка. То есть... То, о чем я в предыдущих сериях говорил насчет того, что он живьем замуровывает тела в манекены. Планшет, в котором все мы узнаем. Давайте, ладно, посмотрим курс. Кейт нашла, да, Кейт все же, книгу Джо Морелла. Судя по фотографии, автор человек, доставший их на остров. Чарли нашел инструкции, по которым Дюмат создает свою аниматронику. Не знаю, поможет ли нам как-то это или не поможет. Скорее всего, это нам ни хера не поможет. Много чего, кстати, не открыли, как вы видите, из секретов. То есть, получается, что мы не открыли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Не открыли. Увы, ах. Опа! К Марку как у нас упало. Охереть не встать. Я понял. Ну и картин тоже немного, получается, открыли. Раз, два, три, четыре, пять. Пять картин мы не открыли всего в игре, получается. Шесть даже. Если уже мы близимся к финалу, то уже пора вот подводить итоги. Что, если сравнивать это с результатами предыдущими, то где-то получше, где-то похуже. Где-то нашли новые секреты, где-то не нашли. Нашли бы больше, если бы
они бы у нас выжили, наши люди. Так, ну здесь закрыто. О, что это? Шутишь? В смысле? А чё шутишь? Не понял. А почему шутишь? Ладно, я не понял. Я не понял, почему он говорит. Я не понял, почему он это сказал. Ну ладно. Так, слушай, подожди, там был, я видел контейнер. Подожди, я его могу передвинуть? Вот он. А, серьезно, я его могу передвинуть? Вот, чтобы пойти наверх. Подожди секунду. Может, я там что-то интересное тоже найду. Ну-ка, секунду. А как я попаду туда? А, вот, вижу. Я сначала не заметил. Так, давай посмотрим, что там наверху находится. Тоже интересное. Может, тоже что-нибудь найдем, какие-нибудь детали интересные. Что раз здесь контейнер стоит не просто так, значит, получается, мы можем что-то там найти интересненькое. Давайте посмотрим. Тоже тела. Чё, встал? Иди. Куда залезть? Так, подожди, залезть. Нам сейчас посмотреть здесь, что есть, прежде чем залазить. Так, ладно. Окей. Залази теперь. Так, а вот и тот шкаф, который был сверху. И типа, чё? Проломили. Ух ты. Не сломайся. Секретный ход нашли. А окно тогда зачем нужно было? А это что такое? О, диктофон новый. Подожди, диктофон новый. Ну-ка. Короче, сейчас я глянул свои подписки. Вышло свежее видео Куплинова. Финал прохождения игры. И там, короче, там действительно была реально кошка. Вот сейчас, которая пробегала, это правда была кошка. У него на привычке, потому что кошка. И вот действительно это была кошка. Почти черная. Черно-белая, если быть точнее. Вот, теперь сейчас реально не свались. Короче, да, скорее всего, следующая серия будет финальной. То есть мы уже близимся к финалу. То есть в этот раз у нас серии чуть побольше, чем в предыдущей части. По-моему, в предыдущей части у нас было 5 серий. В этот раз у нас серии 7 получилось. Ну и хрен с ним. Вот, теперь действительно не свались. А у нас Марк боится высоты. Хотя там вода. Если только она не с камнями. Зашибись. Так, а теперь я следующий. Ну, поехали. Иди. Вперед.
Все, супер. Маяк. Мы уже почти добрались до маяка. Так. Мулаточка, как дела? Так, все, она свалилась. Но маньяк хотя бы на нас добегать не будет. Джейми. Я вот все время забываю, что ее зовут Джейми. Вот все время забываю. Бывает такое. Давай бывает и такое. Почему бы, собственно, нет? Убегите от Дюмета, пройдите через лес. У меня почему-то опять отказала мышь. Что? Работай. О, ты че? А че убегите от Дюмета, если мы уже от него убежали? Типа уже все. Он до нас уже больше не доберется. Насколько я понял. Типа сейчас уже реально все. Или не все. Ой, что, мы сейчас будем до этого домика идти, я понял. Ладненько, я понял. Пойдем до домика, почему бы и нет. Сейчас пройдем немножко чуть-чуть вперед, и пока на этом закончим. Потому что я не уверен в том, что уже пора заканчивать серию. Может быть, действительно уже пора. Опять два пути. Нахера они здесь нужны, эти два пути, ё-моё. Зачем? Просто зачем? Типа, чтобы найти вот это? Ну ок, давай возьмем. Фрэнсис Морелло. Водительские права. Это тот, который был в начале. Который убежал с этой, с дочкой со своей. О, что это? Инферно. Спасибо за чудесный день, дядя Фрэнсис. Форте из парка развлечений. Угу. Ясно. Окей, ну это интересно. Это интересно. Там что? Кусок одежды. Шапка. Это шапка. На шапку похоже. Или кусок одежды. Хрен его не знает. Ну, допустим, ладно. Давай с фонариком пойдем. Или без фонарика лучше. Без фонарика так-то тоже видно, но... Да ладно, пофигу. Так, нет, пока туда не пойдем. Подожди секунду, я хочу здесь посмотреть, что тут. Или что, или я там. Я думала, снаружи будет не так страшно. Ладно, пойдем в домик, хрен с ним. Хрен с ним, пойдем в домик, потому что я почему-то кажется, что... Потому что мне почему-то кажется, что дальше будет сюжет. Пока пойдем в домик, давайте посмотрим. Ну, может быть, все обманчиво. Типа, все на самом деле не так. Монетка. Так, сколько задания дадут? 84. До 100 осталось совсем немного, если будем, конечно, находить еще монетки. И сейчас, прикинь, короче, мы не сможем вернуться потом обратно. Типа, мы сейчас попадем в этот домик, и все. Ой, мама! Зашибись! Да я ж нажал! Я ж успел. Короче, мы потеряли отвертку. Все. Один потерял фотоаппарат, второй потерял отвертку. Зашибись. Вторая потеряла отвертку. Еще главное такая. Щит! Ой. Куда? Подожди, куда? Вот сюда давай. Ты чё? Черт. А тетка, ты могла бы открыть, да? Но мы ее потеряли. Зашибись.
Короче, что-то из сюжета мы не узнаем. И пройти туда мы не сможем, да, в этот домик? К сожалению. Или можем? Так, так подняться она не может. Отвертка открытия... Если бы у нас сейчас была отвертка, мы бы это открыли. А увы, отвертки нет. Ясно. Плохо. Плохо дело. Так, а сейчас уже типа все уже. Мы больше не сможем вернуться туда. И типа мы сейчас что-то упустили, да? На том, на той части острова, да? А, можем. Можем, все окей. Но мы сейчас пока туда не пойдем. Подожди, сначала давай посмотрим, что тут у нас. Вот, тоже что-то интересное нашли. Ботинок. Нашли ботинок и след. Я не удивлюсь, короче, если вот этот вот, который был в начале, он типа является здесь местным агентом. Типа он ведет свое собственное расследование, и он типа под прикрытием. Я в этом, ну, сомневаться вот прям не буду. Ну, блин, просрать, конечно, отвертку, это, конечно, жесть. Это я умею. Это я вот, я молодец. Хотя я на ту кнопку нажал, давайте будем честны, я на ту кнопку нажал. Я нажал на правую, потому что там была правая. Не левая, именно правая. Но игра посчитала, что я типа не нажал. Отверточку, увы, потеряли. То есть, чем мы сейчас будем бороться, непонятно. У нас, по сути, нет больше оружия. Хотя, отвертку назвать оружием, ну, как фигово. Короче, что-то из сюжета мы в итоге не узнаем. В домике ничего не найдем. Возможно, не найдем монетку. К сожалению. Ну ладно. Я профукал. Признаю, я профукал. Хорошую возможность что-то дораскрыть. Посмотрите фермерский дом. Вообще, зачем она, в принципе, спрятала под ботинок эту отвертку, раз она так оттуда падает? Это вот отдельный, конечно, вопрос, но ладно. Так, дверь стопудово закрыта, я почему-то уверен, поэтому давайте пока посмотрим обходные пути. Что это? Собака. Там собака. И там мышь. Там собака. И там мышь. Там собачина и мышь. А заходить придется таким образом, да? Другого пути, увы, нет. Ладно, пойдем таким путем. Но там собачина. Там этот бульдог. Там этот питбуль. Вон он спит, сволочь. И вот была бы у нас отвертка, сейчас мы бы его бы убили в случае нападения. А он боится. Ух ты. О, кто объявился? Так, ты можешь мне очень сильно помочь. Или ты меня можешь подвести. Одно из двух. Не уймется со своим топором, охренеть. Тише, мальчик. Я тебя не трону. Вот только попробуй залаять. Вот только попробуй залаять. Ах ты, сволочь. Всю контору мне спалил. Не смей. Только посмей. Только посмей. О, розочка. Это как раз будет заменой этого. А что, собаку за... Да ну нет! Нет, я не буду убивать собаку, идите в жопу!
Идите в жопу, я не буду убивать собаку. Не буду я убивать собаку, идите в жопу. Да идите в жопу, вы чё? Пускай она на него набрасывается. Фас, скажи, давай. Нет. Да идите вы в жопу. Что? В смысле? Во! Во! Так и надо было с самого начала. Все. Отлично. Охреневшие, блин, мрази. Игра хочет, чтобы я собаку убил. Да пошли вы в жопу. Вон. Правда, ему вообще похер, что, типа, его собака укусила. Типа, такой идет все, типа, да похер. Что она, типа, меня укусила за самое такое интересное место. Но, тем не менее. Уя. Да вы прикалываетесь, что ли? Так, не хватало еще взрывчатки нам здесь. Охренеть. А почему, кстати, промахнулся? Вот мне интересно узнать. Нужно найти вход. Они точно дошли? Давай не все сразу. Пошли внутрь. Все, отлично, все. Так и надо было сделать сразу, а то розочкой убить. Да идите в жопу. Серьезно, все, отлично. Фух, короче, приближаемся, ребят, к финалу. В следующей серии у нас будет, получается, у нас будет финальная. И что получается? Мы игру прошли за 7 серий. Так, давайте сейчас мы это с вами сравним с House of Ashes. Мы, по-моему, ее прошли то ли за 5, то ли за 6 серий. Я потому что помню четко, что Man of Medan мы прошли за серии 5. Там одна коротенькая была. За серии 4 мы прошли Little Hope. А за House of Ashes мы прошли 6 серий. То есть, получается, это будет 7. Окей. Хорошо. А, да, кстати, ребят, я еще хотел показать вам новый проект. Как называется следующий проект? Давайте я вам пораньше его скажу, как называется следующий проект, потому что я иначе забуду. Так, 2000... Да. Вот. Или нет? Да. Директива 8020. Директива 80020. Как THX 1080, да ведь? Это тоже назывался фантастический фильм Лукаса. По-моему, THX 1080, да? 1138, вот. Все, да. Короче, вот. Встретимся в финале. На этом все.